Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Здравствуйте, такая моя большая дружная семья. А сегодня наш ролик о наших детках, которые уехали в семью. Это щенок. Девочка-щенок от отравленной собачки Масяня. Страшно, да? Страшно, мои зайчики. Страшно. Страшно будет, когда вас отравят. А теперь вы в безопасности, мои солнышки. Мои маленькие солнышки, мои красотки. Красоточки такие, полюсии такие. Ну, малыши мои. Да, я, знаете, как говорю, страна должна знать своих героев в лице. Да ладно, но... Вот, я тоже стеснялся, когда уже, понимаешь, Марьяна, мне тоже целых 2 месяца. Наташа, это надо для твоих собак. Я понимала, что, да, что это не... Я вот первый раз снимала, мне это было тихо. Ну, все равно сняли. Единственное, что вот так вот, Танюш, телефон держать, вот, горизонтально, видите? Да, потому что на YouTube, да, YouTube принимает именно вот такие видео. Яна. А ты здесь? Яна. Вот это маленькая. Ой, няшка. Какая няшка, у Яны будет няшка, да? Ну, а ты там гордая. Ой, царица. Ой. То это, мой холосик. Мой холосик. Вот ее не надо будет стабилизовать, но так жалко. Никого не нужно сейчас. Скажет, откуда это и что это. Вот. Пишу маленькую. Шкались. Ну, тут и там спряталась. А? Иди скорее, одни лапы торчат. Иди скорее. Ну, у вас в темноте там никого не видно. Ну, да. Кто красивый? Так красивый. Она хвост такой. Какой хвост у меня шикарный вообще, аж прям по земле. Яна. Не, Яна там взгляд не сводит оттуда. Они там гипнотизируют друг друга, да? Одни лапы торчат. Дарешка. Собака прыгает. Все равно повезло. Повезло вам, девкам прям сразу повезло. Ну, они такие красивые. Что им? Чего им не повезет-то? Почему-то я не знаю, вот правда Мариан тоже говорит, ну почему не любит черных собак? Я говорю, Мариан, я не знаю. Черные собаки? У меня Томочка едет, красавица. Сколько она у вас уже? Ну, побольше чуть-чуть. Нет, по-моему, 1 октября мы ее привезли. Да? Да. Да просто мы это вспоминали, сколько кто. 1 октября привезли. Ну просто как-то я их нашла прям... Они с весны, наверное, мне позвонили. И как-то они вот прям быстро начали уходить, девчонки-то. А, ну да. Летом не шли, а у нас платный пиар заработал с сентября. И вот правильно, они прям за месяц все и ушли. А Лёна сразу побежала. Да. Сразу побежала. А, ты... а, у меня там комната, да? А, они везде могут ходить. Но здесь явно постель не разрешают, конечно. Ну, это мои уже. Ой! Ой, чего такое? Ой, Дарка, ой, красотка. Ой, ну. Да, узнала. Узнала ты, мама, узнала, да? Да ты моя красота, ну надо так, а? Год прошел, и ты вспомнила. Господи, какая у вас изумительная память. Нос, мой нос. Это кот? Ты это такой кот. Да, нашла сиську у кота? А он тоже с кем-то метис. Он вот тут приехал. Это утопили. Замечательно хотят. Но не дотопили. А я когда вытащила пакет, уже холодно, в сентябре было. Думаю, обычно топит маленьких, чтобы уже помочь, уже, чтобы не мучились вот эти цепушки, которые только рождаются.
вытаскиваю, блин. А они эти самые уже большие. Тут взяла. Когда кошка умерла, я сердце заболела. А он остался. Это 18 лет он у вас, да, ваша прошла? Да, 18 лет. Да, он уже вот прям даже он на лице тоже видно. Эй, иди, иди, Карин, иди, Шакира, иди, иди, Шакира, певица Шакира, певица Шакира. Ой. Еще налить воды? Да, да, налейте, она же сколько тоже в дороге-то и лапка, видите, просит. Такая умная очень девчонка. Ой, все, уже за вами пошла. Все, за водичкой уже пошла. Нет, ну главное, она уже за вами пошла, вы видите? Это уже прогресс. А ты там одна королева такая, да? Королева. Королева. Да, королева. Она знает, что сейчас ее это туда пойдет спать, а это обычно у меня в диванах. Пить захотел. Пить захотела моя девочка. Иди пей. Иди колей пей. Ой, все, пошла разведывать. Все. Все, все. Ну, у тебя тут компания. У тебя тут компания колеса. Красотка. Ну, конечно, скажи. Из одного места четко перевезла. Там уже все подрозрелись. Бегом встречают. Где же мама приехала? Все, все провожаете, да? Ну ты прям вот. Все равно она для 9 лет, она прям при хорошем уходе. Она вот. Зайка, живи еще, живи. Другие там сидеют, прям вот видно, она прям вот, что значит, ухаживает, и генетика, видимо, хорошая. Манькина. Ладно, скажи, а мы поживем, да, Янусь? Да, можно тебя в нос поцелую? Да, ну дай поцелую. Большой нос-то. Ну дай поцелую. Ну дай поцелую, большой нос. Ну. Ой, не любишь, да, целоваки? Не любишь целоваки. А ты любишь, да? А, любим. А то такое, ну что, ну то такое, моя куколька, то такое, то ты моя красоточка. Все, потом напишите, как назовете, ладно? Слушай, а еще кофейку? Нет, все, я там. Ну иди целоваться. Иди целоваться. Одна была в волку. Иди целоваться. Жопин мой. Все. Да, вы же спать тоже хотите. Нет, у вас сейчас. Нет, я имею собаки, я знаю их. Да, у них время уже, да, такое. Что им уже бай-бай надо. Да, бай-бай надо. Да, моя. Моя девочка. Моя. Все, моя красоточка. И Ева Тома, которую мы взяли кураторство на себя. Девочки отвезла по домам в понедельник. Все у них хорошо. Девчонки счастливы. Смотрим ролик, комментируем, ставим лайки, пишем комментарии. Собаку поступила к нам в клинику, ее принесли ребята, нашли на улице, собаку сбили. В конечном итоге получилась одна не очень приятная ситуация вообще с собачкой. Ну, весь смысл заключается в том, что у собаки имеется перелом бедра и вывих тазобедренного сустава на одной из тазовых конечностей, ну и множественные ушибы. Есть черепно-мозговая травма, но ее уже врачи интенсивной терапии стабилизировали. И ребята решили ей заняться, и у них там в компании подбился какой-то мужчина, который утверждал, что ухаживает за этими собачками, оплатил первый день передержки этой собаки. И в конечном итоге, когда ребята им передали энную сумму на будущую операцию, с тихой грустью пропал.
У кого жопа ходуна, хоть там, а дядя у Тимонина, да, да, моя детка, ай, моя куколька, да, бась, да. Вот, в том-то и дело. Таська. Кто опять пошел? Кто пошел опять, а? Ну, там уже я живу, да. Ходит. Кто пошел? Кто опять? Да она лежала. Неизвестно. Хочу сказать вам большое искреннее спасибо еще раз за то, что вы с нами, за то, что вы нам помогаете и делаете жизнь хвостиков намного счастливее. И хочу сказать, что все, что мы делаем, это не зря. Мы их устраиваем, спасаем, лечим. Это стоит дорогого. С большим уважением к вам, волонтерам из домов животных и приюта «Твори добро», Наталья.